Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Приветствую всех, братья и сестры. Благословляю всех вас во имя Господне. Сегодня пятница вечер, уже скоро вот начало шаббата, субботы. И я был снова на вот Ряжском нашем вокзале Тула-3. И был по поводу не очень хорошему. Пришлось сдавать билеты. Вот, так что петербуржцы и вот, гости северной столицы, извиняюсь, но планировал проповедовать и в кирхе, там на собрание в воскресенье, и, значит, в мессианской общине, и, значит, и не в одной даже. И, в общем-то, планов было много. Да, значит, думал недели полторы, даже две быть в Питере в этот раз, но поездка отменяется. К сожалению, вот, и здесь у меня есть такой чек, дали такой, возвращено. Ну, какую-то сумму потерял, конечно же, при возврате, потому что, тем более, сдал уже, вот, завтра должен был уже выезжать уже, вот, следующей ночью, получается, там, в 2 часа ночи с Тулы отправляется, и как раз днем, там, 12:30, по-моему, 12:30, уже в Петербурге, или в час, ну, где-то так, вот, так, по времени. Уже в Петербурге, и вот этим поездом уже я ездил, но, к сожалению, пришлось сдать. И, друзья, спасибо всем за молитвы, за поддержку молитвенную, материальную поддержку моего служения. Вот, и почему еще пришлось сдать? Конечно, да, и обыски, аресты, это все, конечно, тоже, безусловно, отпечаток свой накладывают, но в этот раз больше от переживаний, и вот разболелось сердце. Вот 3 дня я фактически был очень сильно болен, и сдавливало грудь, не мог дышать. Вот пришлось, ну, я и молился, и вот пришлось вчера пить всякие препараты. Вот, слава Богу, сегодня уже себя лучше чувствую, уже могу дышать, ну, не до конца еще. К сожалению, так глубоко не могу, еще больно дышать глубоко, но уже могу дышать, ходить. И вот сегодня даже решил записать это видео, прогулялся сюда, потому что сдавать билеты надо, ну, личное присутствие и паспорт. Вот, и как раз, да, и прогулка уже, я думаю, сегодня хороша, уже пятница вечер. Вот, сегодня уже лучше себя чувствую. Спасибо всем за молитвы, кто молился. Вот. Кто не молился, тоже благословляю вас, благодарю за все. Прошу ваших молитв в дальнейшем о служении моем. Вот, и это время сейчас буду здесь, дома в Туле, выздоравливать. Вот, прошу ваших молитв о скорейшем полном выздоровлении. Вот. А в июле месяце, даст Бог, буду у нас в церкви в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, и планирую проводить тоже семинары, служения. Вот, и этот год вообще он, ну, как бы из того, что я не смог сказать в Питере, не смогу сказать эти дни, то я думаю, запишу видео петербуржцам отдельно, и мессианским верующим, и христианам разных церквей, в частности, в которые я не смог вот, по таким причинам, обстоятельствам не смог быть. Запишу отдельное видео. Вот. Я так уже несколько раз так практиковал, ну, не в связи с болезнью, а в связи с тем, что там в Коломну, вот, кто помнит, запись сделал такую отдельную, в Липецке будучи, там проповедовал, и чисто физически не смог я быть. Я ездил в Рязань еще, там в Баптистской церкви проповедовал, вот, а из-за того, что не смог быть в Коломне, в Слово Жизни, то он, значит, записал для них видео, отдельное послание такое. Братья посмотрели, сестры там благодарили, вот, а потом уже Бог усмотрел, и я вот в Коломне не так давно проповедовал Божье Слово, вот, и... Да и так несколько раз еще бывали случаи, приходилось так записать видео некоторые. Вот, и, но также, я думаю, что сейчас вот век технического такого прогресса, и можно будет делать трансляции также
Вот поэтому с Петербургом сделаю такое прямое включение, трансляцию, на которой могут быть уже зрителями, слушателями, в которой могут быть и участниками, задающими вопросы не только петербуржцы и гости северной столицы, но и люди с разных городов и стран. Вот так вот. Так что как-то так. Да, и, конечно, для меня, вот, да, наверное, для любого человека момент болезни, момент, когда мы проходим какую-то болезнь, какой-то нападок такой врага, знаете ли, есть повод задуматься, когда смерть стучится, когда сердце твое останавливается, когда все сжимается и, как говорится, белый свет в копеечку. Вот. И не пошевельнешься уже. Невольно понимая, что вот жизнь человеческая – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Действительно, время коротко. И, знаете ли, друзья, да, благодарение Богу за жизнь. И вот сегодня, в пятницу вечером, сейчас я вот приду домой, мы зажжем свечи шабатние, кидуш поднимем, халу разломим. И в очередной раз поблагодарим Бога за его великое чудо, за жизнь, за все. Слава Господу! Благословляю всех вас! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Запомните это. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Вот, а темой как раз вот этих, как по скриптум, так вот, этой записи, трансляций, прямых включений с Петербургом, с друзьями, ну и со всеми, и в скайпе, и на ютубе, на канале ютуба, будет несколько таких тем. Первое – это тема года этого, 2018-го, это 70-летие возрождения еврейского государства, 70-летие Израиля. Вторая тема, это 95-летие православно-обновленческого движения и вот начавшееся, как я говорил уже в предыдущих видео, в том числе здесь, вот как раз на этом месте, несколько дней назад, когда вот на Ряжский вокзал шел как раз вот покупать билеты. Вот, и вот, и как раз вот, купив билет, сразу прям вот, вот тут началось. Не мог дышать, и сердце просто останавливалось, и это... И больно, и ужасно, конечно, и... С другой стороны, Бога благодарю даже за это, потому что, знаете ли, вечность, когда смотрит тебе в глаза, есть не лишний повод, раз, не, повод именно задуматься, переосмыслить, трансформировать многие вещи в свое служение, переосмыслить. Сейчас год мой, юбилейный год, 50-й год моего жития на этой планете. Полвека, то есть я 50-ник настоящий. 50-й год моей жизни, юбилейный. И благодарю Бога за эти 50 лет, благодарю Бога за жизнь, за то, что я им живу и движусь, и существую. Слава Господу! Вот, ну, а начавшаяся пятилетка к столетию, я имею в виду подготовка к столетию нашего движения, нашего братства, православного обновленчества, которое, даст Бог, будем по милости Господней праздновать, отмечать в 2023 году. Вот, я имею в виду православное обновленчество, обновленческое, реформаторское такое движение православное, которое начиналось на берегах Невы и Жоры,
Даст Бог, в этом году еще послужу в Петербурге, молитесь. И петербуржцы особенно, прошу ваших молитв святых. Вот, пишите, вот, ваши предложения. Вот, и даст Бог, вот, вскоре поправлюсь уже. И, да я, в общем-то, уже здоров. 2000 лет назад все пролило за меня, кровь пролила за меня, совершилось все. Вот весь секрет, вот, как это принять, как это реализовать сейчас в жизни. Как и прощение грехов, как и исцеление, все благословения. Да, для меня, как для служителя, тоже, наверное, это большой вопрос. Иногда молишься, и прям сразу раз, люди исцеляются, воскрешаются из мертвых. Иногда нет. Почему, не знаешь. Наверное, на все вопросы ответов мы здесь-то и не получим. Но задавать их надо. Вот. Потому что есть некоторые ответы из Писаний священных, из жизни христианской, из опыта христианской церкви 2000-летнего. Есть много что. Из истории Израиля, духовности Израиля. Ну да, уже время. Скоро шаббат начинается. Буду завершать уже это видео. Благословляю всех вас. Ну и шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом.